Спасибо! И уже после двух исполненных песен становится невыносимо жарко и на сцене, и на ваших зрительных местах за столиком. Я это чувствую. Но когда я сюда зашел, примерно 3 часа назад, здесь был такой лютый холод. И, видимо, здесь уже знают, что нужно изначально разморозить, вернее, заморозить, а потом в процессе концерта все здесь по температуру и что происходит. Спасибо! Слова и музыка Донского казака Сергея Матвеева.